Привет всем! Вы на канале Позитивный огород. Сегодня хочу вам рассказать о том, как мы продавали грибы. Значит, вот эти все грибы. Сейчас переберем, ну, те, которые хорошие, вот такие вот грибочки. Они хорошо пойдут на продажу. А те, которые похуже, их, конечно, не будем вложить в ведерки. Уже продали 3 ведра. Получается 500, 400 и 400. Ну вот, получается 500 и 800. Это у нас 1300. То есть на 1300 уже продали грибов. И сейчас еще нужно наполнить, ну, 2 ведерка, в принципе. То есть 10-литровое ведро. 400 или 500 рублей. Смотря какие грибы, в общем. Где больше боровиков, там за 500. А если вот такие вот подосиновики, подберезовики, то их за 400. Грибов в этом году очень много. В основном все вот такие вот, видите, миленькие. То есть не слишком они переросшие, а такие хорошенькие. И для маринования, и для, в принципе, замораживания, для зимнего потребления. То есть что угодно можно приготовить с таких замечательных грибочков. Вот так вот красиво цветут флоксы. И розовые, и белые. Такая вот красотень. Георгины уже подзавалились, конечно. Осень надвигается к нам. Ну, в принципе, вот так вот еще все цветет. Пчелки летают. Такие вот цветут цинии. Там уже засохло цветок. Здесь тоже вот так вот цветут. Ну, в принципе, вот так вот. Клеома от жары вот так вот скукожилась. Но семян прям очень много. А зелень у нее просто вот такая вот красота стоит. Она неувядающая, эта зелень. Ну, то есть вот как она с самого низу растет. Все зеленое. Я их сравниваю с томатами. Ну, для озеленения очень даже хороший цветок. Гелиотроп тоже продолжает цвести. Вот она, амарант. В общем, все, в принципе, цветет. Здесь цветет бальзамин. Кариопсис уже немножко процветает, поэтому не так обильно. Здесь уже травка подзаросла. И вот так вот нападали яблоки. Поспели и упали. Такие вот яблочки нападали. Крупненькие вот такие вот. То есть, когда они поспевают, они вот так вот падают. Такая вот красота. Еще вот одно яблочко. Такие вот яблочки. Ну, еще кое-что висит. Здесь еще есть. Бархатцы вот так вот цветут. Даже пчелы по ним летают. В общем, вот так вот осень надвигается к нам. И вот такой вот красивый амарант. Просто замечательный. Такие вот. Такой водопад. Из вот этих вот хвостов. Это у нас амарант, хвостатый красный водопад. Очень красивый. Клубника постепенно. Земляника вот это поспевает. Надо опять вот скоро будет собирать ягодки. Такие вот ягодки. В общем, в принципе, вот даже вот красненькие, видите. Очень много красных. Надо собирать, все будет завтра. У нас дожди опять шли. Надо в кусты прям лезть. Ну, вот такие вот ягодки. Их достаточно, в принципе, много. Но они вот все вот внизу, видите, вот такие вот. Все внизу. Такая земляника. Вот такая вот. Вот. Много белая, очень урожайная белая. Прямо ее кучи целые вот такие вот. И она не портится. Гораздо она устойчивее по сравнению с другой вот этой красной. Белая очень хорошая. Такая вот крупноплодка лежит. Ну и вот такая вот крупноплодка. Очень много ягод.
Вот только сейчас стало завязываться. Такие вот ягодки. Просто огромное количество их. Здесь даже красненькая где-то вот такая вот была. То есть ягод много. В принципе, сейчас у нас сентябрь скоро. И первая половина сентября должна быть очень жаркой. То есть ягода, часть именно должна вызреть. Но остальная все-таки, конечно же, она уже не вызреет. Ну, потом просто надо будет убирать цветоносы вот эти все. Ну, такие вот кусты. Какой-то куст цветет лучше, какой-то немножко хуже. Ну, в общем, все немножко разные. Но ягод, в принципе, очень даже. Там тоже вон лежат ягодки. Здесь тоже сейчас покажу. Здесь очень много вот эта ягодка. Алый огонек, вкус детства, они просто усыпаны вот такими вот ягодками. Сейчас они, тепло будет, они должны, в принципе, успеть налиться. Вот здесь много прям ягод. Она зеленая вся, конечно, еще. Ну, прям так вот. Все усыпано. Главное, чтобы она перезимовала и на следующий год принесла урожай. Вот это вообще земляника. Как-то называлось, то ли волшебство, один кустик. Пока с ней ничего такого хорошего, конечно, не видели. Здесь даже уксус укоренился. Есть такие вот кисти. Это вкус детства, алый огонек. Вот такие вот. Такие вот ягодки. Ну, конечно, холод был, дождь. Сливал просто все. И ягода не вся, конечно, завязывается. Некоторая портится. Но, в принципе, вот такие вот кусты. Главное, чтобы, я повторюсь, это все перезимовало. И на следующий год, уже с мая месяца, чтобы это все зацвело. И все лето плодоносило. Вот здесь прям такие ягоды. Такая вот красотень. Все зеленое еще, конечно, но ягодки очень хорошие вот здесь. Такие вот лежат. Здесь тоже, вот видите, все. То есть ягода есть. Здесь такая ягодка. Здесь прям тоже все наливается такими ягодами. Вот там, смотрите, какая. То есть крупная, в принципе. Вон там тоже навалом. Зелени очень много. Вот здесь тоже все вот в ягодках. Видите, какая. Такая ягодка. Причем она, в принципе, уже и поспела-то. Можно собирать за день. Вот это немножко ведь испортилось уже. Сыро, дождь сливает, поэтому портится, конечно, она. Ну так, вот такой вот результат именно семенного выращивания клубники и земляники. Такие грядки. Здесь немножко ежевичка поспевает. Такая она, немножко кисловатая. Малина уже вся собрана. Ну, где земляника? Тоже, в принципе, ну, белая, повторюсь, ее прям много. Беленькой. Там тоже красненькая, вот такие ягодки. Надо будет завтра собирать. Там тоже он, то есть красный очень много. Такие вот замечательные ягодки. Не вкуснейшие. Тут уже ягодки есть. И там очень вкусная земляника. Такая вот. Я считаю, что тоже неплохо. Здесь даже, вот смотрите, вот такая вот она. Крупнючая. Ну, это как бы не мелочь. Довольно-таки крупная ягодка. В меру сладкая, в меру такая кисленькая. Вот тоже вот такие ягодки. Здесь уже амарант навалился так. Кукурузка тоже спеет. Уже цветет. Кто-то говорит, что нужно вот эти махалки обрывать. Не знаю, пока ничего не обрывали. Ну, початки вот такие вот они. Толстенькие, упругие. Главное, чтобы они выспели. Там еще несколько арбузиков лежит, дыньки лежат. Спеют. Укрывной тут весь порвался. Ну, пускай сейчас тепло будет стоять, они должны выспить. Такие вот крупненькие дыньки. Здесь тоже такая дынька, такой арбузик.
маленький, пускай доспевает. Здесь бурьян, конечно, уже начал расти, поэтому, в принципе, уже не полем ничего. Что вырастет, то вырастет. Такие дыньки. Баклажанчики тоже висят. Такие вот. Ну, какие-то не очень крупные мелочи в основном. Уже начали подпорчиваться, потому что дождь. На 2 недели вот сыро. Дождище. Даже вот сломалась ветка. Такие баклажаны. Ну, в принципе, урожай. Я не скажу, что он плохой. Здесь тоже белые висят. Ну, повторюсь, у нас просто очень холодно. Холодно было и сыро, поэтому баклажаны, конечно, не чувствовали себя как в раю. Поэтому результаты. Ну, в принципе, баклажаны есть. Это самое главное. Помидоры в открытом грунте. Вот такая вот ситуация с ними. В принципе, помидор много. Там уже начали краснеть. Это у нас в основном любаша. И в открытом грунте она показывает просто шикарный результат. Смотрите, какие кисти. Все в помидорах. Такие вот кисти. Тут тоже, вот смотрите, какая красота. Это открытый грунт. Не теплица. Тоже вот здесь. То есть здесь 2 кустика идет, вот они все усыпаны томатами. Там даже кисть. Ух ты, обломилась даже ветка. Вот так вот. Ветка обломилась. Тоже вот такие вот помидорки надо сорвать. Такой вот томатик вырос. Тут тоже все в томатиках. Ну, потом, когда придет время уборки, их уберем. И посмотрим, какой урожай будет. Ну, так вот такие вот томатики в открытом грунте. Здесь уже томаты стали таким бурьяном. Ну, это от туманов. Томатов, я вам скажу, там достаточно. Именно в самой ботве. Пускай она их защищает. Ну, потом уберем и покажем, какой урожай с них. Со свеклой ничего не изменилось, она растет. И, в принципе, очень хорошая свекла. На хранение самое то. Не слишком крупная, не мелкая. Но довольно-таки хорошая свеколка. Так вот она выглядит. Такая свекла. Морковка тоже вот так растет. И сельдерей растет. Уже сейчас я ничего с ним не делаю. Времени прям совсем не хватает, поэтому... Ну, в принципе, вот это надо было, конечно, все поубирать. Ну, и так он тоже растет. Достаточно хорошо. В общем, можно убирать. Как бы это все-таки лучше, если вот это убрать, чтобы это никуда не мешалось. Но так, в принципе, и так растет. Такой вот корневой сельдерей. Здесь тоже вот такой крещище большущий. И там тоже корень хороший. Такой вот сельдерей. Морковка вот такая вот. Есть прям крупная. Есть помельче. То есть всякая разная. Морковка. В принципе, нормальная. Вот такая вот клубничка, которую пересаживали из стаканчиков в открытый грунт. Такие вот кустики наросли. Даже начали ягодки завязываться. Такие вот кисточки с ягодками. Здесь тоже такая кисточка. То есть даже вот эти усики, они плодоносят. Здесь вот тоже такие вот кисти. Целый настоящий уже хороший вот такой вот кустик с уса. Настоящий куст. И цветонос, вот видите. Опять даже еще закладываются. Здесь вот и с розовыми цветами цветет. Тоже, то есть, в принципе, вся она прижилась. И даже немножко плодоносит. Очень много цветоносов, вот смотрите. Здесь пошел. Вот это пока вообще не хочет цвести. Это у нас Женева. Говорят, очень хорошая, но пока она вообще... Здесь 3 куста, они не цветут совсем. Ну, вот это, в принципе, вот цветет. Там тоже вот пошел цветонос. Здесь базилик. Еще один базилик. Немножко осталось мангольда. И остатки гороха.
Уже совсем все остаточки. Здесь капуста должна цветная завязаться позднее. Такой вот куст. Укроп позасыхал уже весь. Все засохло. Лук-порей, в принципе, растет. Так вот. Такой вот лучок-порей. Такие ножки наросли. Кое-где уже бурьян, поэтому... Ну, уже осень, как бы нет смысла особо утруждаться. Времени очень мало. Такие вот ноги. Он уже не мешает этот бурьян ему. Главное, что в самом луке вот здесь все чистенько, в принципе. Вот такой вот лучок порей. Можно его оставить, в принципе, зимовать, если он у вас будет лишний. Ну, отчасти, конечно, можно именно оставить на осеннее, даже зимнее потребление, как-то его... Или с песком хранят в таком прохладном помещении. В общем, это надо все, конечно, разузнавать, как его хранить. Вот такие вот ноги наросли. Здесь такая тоже крупная свекла наросла. И капуста. Поздняя капуста. Вот такие вот кочаны уже. Это уже не с момента последней съемки. Они опять понаросли. Такая вот капустка. И вот это тоже. Главное, чтобы она не потрескалась. В принципе, не должна она трескаться, но не знаю, что с ней будет. Посмотрим. Здесь тоже такой качан, и там качан. И здесь бархатцы вот эти, вернее, шафраны цветут. Здесь тоже и колобок. Вот это колобок хороший для зимнего хранения. Она очень плотная. Просто обалденная капуста. Еще один колобок. Уже она плотная. Качан не очень крупный по именно размеру, но он очень тяжелый, очень плотный. Здесь тоже такой качанчик, видите, плотненный будет именно к концу сентября. Бархатцы цветут. Тоже очень красиво. Смотрите, как красиво цветут бархатцы, которые позамерзали. И капуста брокколи немножко осталась. Тоже зацвела. Такая вот красота в огороде от бархатцев. Здесь тоже вот такой шафранчик. Здесь поздняя капуста. Здесь тоже поздняя. Вот это такой шафран. И здесь тоже вот она, поздняя капуста. Вот этот начал качанчик растрескиваться. Один единственный из всех. Остальная была вся обработана фитовермом. Вот такие вот качанчики. Подсолнух, в принципе, вот такой вот. Птицы едят в основном его. Ну, картошка уже полегла. Ну, и скоро, в принципе, будем ее копать. Вот такие вот шампиньончики выросли. И в лесу грибов очень много, и вот на грядке начали расти. Вот такие вот красавцы. И вот такой вот шампиньончик вырос. У пчел мед весь откачали. Осталось только их немножечко докормить для зимовки успешной. Накачали где-то около 150 литров. Может, немножко больше, может, немножко меньше. В общем, такой вот результат этого сезона. У нас 12 уликов. Ну, можно не считать, конечно, 2 улья, потому что они совсем маленькие. То есть где-то 10 ульев. С 10 ульев... 150 литров. Потому что с двух вот с этого и вот с этого практически вообще ничего не брали. Они совсем слабенькие, а вот 10 семей. Они в основном и трудились, работали. Ну, сейчас докармливаем их. Они перерабатывают сахарный сироп. И зимой будет у них часть меда и часть сахарного сиропа. Вот такая вот облепиха. Смотрите, какая облепишка. Очень-очень красивая, очень вкусная. Кто-то ее замораживает, кто-то делает желе. Мы делаем желе. Просто обалденное. Витаминов, конечно, здесь немерено. Не все вот так вот усыпано облепихой. Здесь тоже вот все в облепихе. Такие вот ягодки. Веточки.
такой вот урожай в этом году. Веточки вот такие вот все, баблепишки. Витамин С говорит вам привет. Астры вот так вот цветут. Здесь в тени они немножечко вот ведь повытянулись и вот так вот все посклонились. Ну, в общем, астры не очень удались в этом году. Какие-то они такие вот худые, потому что не хватает им света. И вот так вот они попадали. Вот так вот цветет георгин. Великан. Такой у него цветок. Очень высокий. Где-то, наверное, 2 метра. Высоченный старый георгин. Тоже очень даже такой симпатичный. Конечно, не элитный какой-то, а обыкновенный вот такой вот георгинчик. Вот такие вот огурчики, конечно, не супер, но в принципе завязываются такие вот к 1 сентября. Тоже неплохой результат, уже все-таки осень. Буквально-таки скоро. Где-то еще так хорошо, в принципе, цветут. Ну, а где-то уже листва не очень хорошая, конечно. Такой здесь перчик. Перца в этом году много. И крупный есть. И не очень крупный, то есть всякие разные. Такой вот перчик акаду. Пока он не краснеет. Есть и красненький вот здесь вот. Сейчас покажу, вот сюда немножечко пролезу я. Такой вот красненький перчик есть. Это воловье ухо. Такой вот перчик. Один. Вот здесь вот второй такой же, в принципе. Красненький. Там вот тоже такой наливается, поспевает. Здесь вот такие вот перцы. Очень даже крупные вот такие вот. Это толстый барон. Здесь тоже такие крупненькие перцы толстого барона. Смотрите. Здесь тоже наклонился. Все в перце. Такие вот дела с перцем. Здесь можете тоже заметить, что перчик вот он этот коричневый. Вот он. Ну, как же мне его показать? Это все есть их. Ну, такие вот крупные перцы. Крупненные вот такие вот. Хорошие. Там вот тоже вот такой вот крупненный перец. Там уже не дотягиваемся. Где-то бурьян растет, потому что не дотянуться. Уже он не мешает. Здесь, в принципе, белое золото. Такие вот тут желтеть начинает оно. Такие вот перчины. Там тоже вот такие вот желтеют. Там и помидорки вот такие вот краснеют. В общем, помидор тоже достаточно в этом году. И черри томаты. И огурчики кураж тоже вот висят. Такие вот огурчики. Ой. Колючие такие. И томатики, черри томаты очень вкусные. Вот такие вот малютки. Срываем их. Какой-то салатик можно сделать, конечно. И огурчики еще есть. И томатики порезал буквально-таки на половинки. И вот вам готовый салат. Просто срывай и ешь. Очень сладкие. Просто замечательные. Здесь тоже такие малиновые вкусняшки. Крупные, считай, все пособрали. Вот такие остались. И огурчики. Ну, в принципе, огурчики собираем практически регулярно. Где-то есть мелкие, где-то такие покрупнее. То есть всякие разные. И вот так вот цветет статица. Такие вот цветочки у нее. Чтобы кочаны капусты не заваливались, так вот подложили полено. Чтобы выровнять вот эти крупненькие кочанчики. Вот такие вот дела у нас. Ну а всем тем, кому данное видео понравилось, подписывайтесь на канал, делитесь с друзьями, заходите почаще в гости. И пока-пока. До новых встреч. Всем самого-самого наилучшего.